Вот мы пришли в DMV. Сзади меня. Вот что-то там тут изображение, в общем. Да, сейчас будем заходить. Посмотрим, что там, куда. Люди стоят, ждут. Стоят люди, ждут на сдачу, я так поняла. Именно вождение уже. Вот. Ну, сзади меня главный вход. Сейчас пойдем посмотрим, что там, как там. У нас был appointment назначен. Что мы ждем? Ждем распечатать документ. Не знаю, что ждем. Сейчас мы отправим документы на почту. Нам распечатают их. И мы тогда сможем подойти еще раз к окошку и заново подать документы. Вот нам выдали вот такой талончик, по которому мы должны подойти к специалисту, который будет заниматься нашими документами. Вот это зал операционный, где вызывают для подачи документов. Марина еще отправляет наши документы на почту. Марина пошла получать распечатанные документы. Банковский документ? Да. А где мы это пошли? Вот. Ага, вот распечатали Driving Education сертификат. Банковские документы и договор аренды. Все выполнут. Тетка была в шоке. 16 страниц. 15. А зачем такой большой? Откуда я знаю? Сказала? Найди адрес. Нет. Экзамен на дальтоников и на зрение. What's that? We're doing good. He's getting a new driver's license. First driver's license. 16. I do. Ну все, только вышли из DMV, получили вот такую бумажку, которая дает нам право ездить 2 месяца на автомобиле. Правда, с водителем, у которого есть стаж вождения больше 1 года. Вот, ну, осталось теперь сдать только вождение. Нас попросили распечатать пару документов, подтверждающих наше проживание в Техасе, банковский счет и документ, подтверждающий сдачу экзамена на права DMV, на правила дорожного движения. Ну все, теперь, как говорится, можно купить машину и потихонечку уже ездить с вот этой бумажкой. Всем спасибо. Ну и назначили appointment на вождение на 22 февраля. Мы уже будем готовиться, чтобы сдать вождение, правильно припарковаться, сдать назад, параллельная парковка, повернули налево, направо, ну, все, класс, всем спасибо, пошли учиться.